Что ж, друзья, всем привет! Открываю для себя лодочный сезон. Кто-то сейчас, конечно, скажет, вот, ты с ума сошел, не есть твой запрет, какая лодка, но законом не запрещено переправиться на тот же самый остров и оттуда с берега рыбачить. Удочки у меня зачехленные, с воды я рыбачить не буду. Решил сегодня уплыть от всех, потому что выходной день, народу на берегу будет много. А я хочу испробовать, поэкспериментировать с одним местом, учитывая, что уровень воды очень низкий, и там на берегу можно будет посидеть. Не знаю, что из этого выйдет. Люблю, в принципе, эксперименты. В общем, друзья, рыбалка начинается. Не переключайтесь, все самое интересное вы увидите. Погнали! Как классно, посмотрите, какой рассвет. Тишина, ветра сегодня нет, погода просто шикарная. Обещали вроде облака, но пока небо ясное. Ладно, плывем дальше. Чуть-чуть осталось. Сейчас хочу быстро эхолотом это место просканировать. Может быть, и в другое место поеду. Заказал новый эхолот. Хочу протестировать. Почему я другой заказал? Ну, потому что я хочу показывать вам всю информацию в достойном виде. А там как раз синхронизация со смартфоном идет. Поэтому будет прикольно. А этот, я думаю, отдам папке. Пусть сканируют пруды Ульяновской области, так сказать. 1,8. 1,9 очень много рыбы показывает. В принципе, можно здесь и засесть. 2 метра нормальная глубина. Плоское дно. И подъемчик вот начинается. Оно так и есть там. Я веслом проверял, вот в этом месте, где сейчас поплавок, как раз где-то 1,20 м было. И вот он подъем идет. То есть на нижнем свале, на плоском дне рыбка тусуется. Здесь уже пусто. Такое местечко себе приготовил, по фэншую все. Сейчас будем. Классно, что один. Люблю тишину. Так. О, класс. Буду вот так вот сидеть и кайфовать. Много рыбы мне не надо для счастья. Для счастья мне надо чуть-чуть. О! Надо было сразу с поводком закинуть. Ну ладно. Сейчас закинем. Может быть, поклевки сразу были, не крупные рыбки.
Что ж, друзья, поменял немного места. Там было глухо. Сюда пришел, закинул. Пока все перемещал, уже небольшая плотвичка попалась. Я ее отпустил. Не стал снимать. Но это уже хоть какой-то знак, что, возможно, здесь рыбка получше крутится. Сейчас буду здесь закармливать тогда. Да, глубина здесь больше, 3,5 метра. И я решил сместиться на глубину, потому что все-таки ночью заморозки, и может быть рыба уходит на глубину. Друзья, что-то есть хорошее. Наверное, окунь. И сорожка хорошая. Или окунь все-таки, а не сорожка. Причем как-то забагрилась. Но рыба-то есть, получается. Рыба есть. Как-то она так обмоталась, вся запуталась. Вот такая вот сорожка. Фига себе. Вот это поклевка. Не пойму, есть что, нет. Как вообще произошло? Карасик здесь сидит. Да он мне так стащил. Ёпрасоте. Как он вообще запутался, маленький карасик. Размешивал прикормку. Блин, аж всё высыпал. Ё-моё! Убрал, друзья, фидер. И буду сейчас на поплавочку ловить. Сначала закину. На мелкие крючочки. Ловится неплохо. О, только закинул. Есть. Одна опять отвалилась. Ну это все плотва, друзья. Маленькая плотва.
Хотя бы верхоплавка была бы, еще бы ладно. Слушай, у тебя на этом все. Отдых на воде состоялся, именно отдых, потому что рыбалкой какой-то ловистой это тяжело назвать. Ну, какие-то поклевки были. На этом все. Всем пока. До новых встреч.